В Адыгее оглашен приговор троим мужчинам, обвиняемым сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие собрало неопровержимые доказательства их причастности к убийству, краже и укрывательству преступления. События происходили в конце 2014 года. Тогда трое жителей Краснодарского края вместе со своим знакомым, жителем Москвы, на его автомобиле поехали к родственникам. В дороге между ними произошел конфликт. Чтобы выяснить отношения, один из пассажиров попросил остановить машину недалеко от лесного массива в Майкопском районе. Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2014 года, находясь в лесном массиве, расположенном на территории Майкопского района Республики Адыгея, в присутствии своих знакомых совершил убийство. После совершения преступления предложил знакомым скрыть его следы. После сожжения трупа потерпевшего компания похитила его автомобиль, который позже был ими продан за 135 тысяч рублей. По факту убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. Его оперативное сопровождение осуществляли сотрудники полиции Адыгеи Краснодарского края. За совершение убийства и кражу имущества один из обвиняемых приговорен к 12 годам лишения свободы. Двум его подельникам за укрывательство преступления и кражу суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 и 4 года.